Всем привет, это Татьяна Чувильчикова, психолог и психотерапевт. Сегодня мой небольшой ролик будет посвящен теме нейролингвистического программирования, то бишь НЛП. И я решила поднять эту тему, потому что масса дискуссий поднимается в комментариях, почему, мол, я НЛП в своих роликах причисляю к псевдонаучной какой-то дисциплине. И я сегодня вам подробно объясню, почему НЛП – это псевдонаука, чем отличается нейролингвистическое программирование от нейролингвистической психотерапии и почему одно признано, а другое нет. Поэтому смотрите до конца, ролик будет небольшой, но будет интересно. Первое, с чего я хочу начать, это такая немножко предыстория того, как вообще НЛП в России появилась. Этот метод подавался как такой, знаете, способ какой-то вот совершенно волшебной, уникальной, беспредельной власти над другими людьми. То есть мы не представляли себе НЛП как способ там, психотерапии, как способ решения каких-то своих проблем, а это именно подавалось как такая власть, как способ влияния, как способ управления. И, конечно, тогда это заинтересовало очень многих, все шли учиться в эти НЛП-центры, их появилось великое множество, но я заметила, что у меня как раз вот лет так 8, может быть, 10 назад пришли клиенты в большом количестве именно после обучения вот в этих НЛП-центрах. Почему? Потому что как будто бы их проблемы внутренние, которые они пытались решать таким способом, они никаким образом не решились, при этом они еще усугубились, и была выращена в людях такая, знаете, иллюзия влияния, которая провалилась в итоге в реальной жизни. То есть как будто бы вот это чудесное манипулирование, которое должно, по идее, так прекрасно работать, оно на самом деле не очень-то и работало, а решать собственные проблемы у людей таким способом не получалось. И вот давайте попробуем поговорить о том, что же такое вообще НЛП и помогает ли оно, полезно ли оно, что это вообще такое. Значит, у НЛП есть два основоположника. Это Джон Гриндер, который является лингвистом, а также Ричард Бендлер. Он вообще является кибернетиком-программистом. То есть это такая основа вот из этих двух наук, лингвистики и программирования, образовала вот эту саму идею нейролингвистического программирования. То есть как будто бы можно управлять людьми, управлять их поведением с помощью вот каких-то лингвистических приемов. Эти два человека, они активно отсматривали видео, как работают психологи, психотерапевты. Они пытались как будто бы вычленить оттуда какие-то методы, которые люди используют для того, чтобы влиять, ну, там, на эмоциональное состояние, на психику другого человека. И при этом они пытались все это уложить в такую теорию, как будто бы человеческий мозг, вот он работает как компьютер, что это такая, знаете, как по Павлову стимул-реакция, что если вот какие-то определенные закономерности тут уловить, то тогда мы получаем вот такую гарантированную как будто бы реакцию на стимул, ту, которую мы хотим. То есть изначально НЛП, оно разрабатывалось как вот такой вот метод манипулирования сознанием. Соответственно, если мы откроем, не знаю, хотите Википедию, хотите любые какие-то серьезные научные статьи по поводу НЛП, кроме самих адептов НЛП, мы столкнемся с тем, что эффективность НЛП таки до сих пор не доказана. То есть за 50 лет изучения этого подхода никто не смог найти серьезных доказательств эффективности этого метода. Я вот, соответственно, тут себе законспектировала немножко, да? Смотрите, вот у нас есть исследование, посвященное НЛП.
Значит, в 1985 году группа ученых пыталась понять, можно ли использовать техники НЛП против страха публичных выступлений. И даже вылечить его за один сеанс, как обещали Гриндер и Бендлер. Выяснилось, что сеанс оказался не более эффективным, чем простое ожидание в течение часа. Американские ученые решили протестировать знаменитую технику из НЛП «Распознавание лжи по направлению взгляда». Да, вот там есть такая техника. Они изучили, куда смотрят люди на видеозаписях, когда обманывают или говорят правду, но никаких совпадений или явных закономерностей они не обнаружили. Специалисты канадского агентства по лекарственным средствам и технологиям в здравоохранении не смогли найти подтверждение эффективности НЛП при лечении депрессии, ПТСР и тревожных расстройств. В британском журнале для врачей общей практики вышел обзор, в котором ученые проверили 10 исследований, посвященных НЛП и его применению в лечении тревожного расстройства, наркотической зависимости, расстройств пищевого поведения и других проблем. Только 5 из исследований оказались рандомизированными и контролируемыми. Это важное условие, которое сводит к минимуму возможность подтасовки результатов. Но в таких экспериментах было мало участников, от 22 до 106 человек. 4 исследования не выявили значительного положительного влияния на НЛП, и только одно свидетельствовало в пользу методики. В 3 из всех проверенных исследованиях выводы строились всего на одной сессии, и вообще ученые отметили высокий риск того, что эффективность НЛП вообще проверяли его сторонники. Польский психолог Томаш Витковский изучил более 300 статей о нейролингвистическом программировании из научных журналов и выяснил, что только 18% свидетельствовали о пользе НЛП. Выводы в 54% статей опровергали эффективность концепции, а в 27% случаев были получены неопределенные результаты. То есть мы видим, что объективные научные какие-то исследования НЛП не подтверждают никакую ее эффективность. И при этом у НЛП-сторонников есть, ну, такие, знаете, 2 базовые ошибки, на которые они опираются, когда они пытаются подать НЛП как действительно действенный метод. Во-первых, они считают, что мозг работает как компьютер, при том, что мозг работает гораздо сложнее, чем любая вычислительная машина. То есть у нас нет никакого установленного объема памяти, как НЛПшники это декларируют. У нас нет такого, вот, знаете, рубленного линейного связывания каких-то образов с какими-то действиями, и у нас нет вот таких линейных закономерностей. То есть все люди разные, и вот эти закономерности, они очень условные, очень индивидуальные. Там нет вот такой линейной логики, как они себе представляют. Вторая очень серьезная базовая ошибка НЛПеров – это идея про то, что у нас, значит, правое полушарие отвечает за одно, а левое полушарие отвечает за другое. Это утверждение вообще противоречит всем современным знаниям об устройстве мозга. Мало того, никакие исследования не нашли подтверждений как будто бы вот этого распределения обязанностей между полушариями. И когда мы берем, допустим, в пример людей, у которых есть какие-то травмы мозга, и какие-то функции вот это полушарие не может выполнять, то тогда эти функции берет на себя второе полушарие. То есть на самом деле у нашего мозга нет никаких делений функциональных вот на полушария в смысле мышления, в смысле поведения, каких-то эмоциональных реакций там и так далее. Да? То есть, конечно, у нас там есть. У нас есть зрительная кора, у нас есть слуховая кора, у нас есть лобные доли там и так далее. Да? Но это скорее такие функциональные разделы мозга, которые отвечают за наши органы чувств. И даже в этом случае, собственно, вот возможны какие-то изменения в функциях даже коры головного мозга. И вот единственное, что в этой теории справедливо, это то, что некоторые отделы левого полушария действительно отвечают за выполнение математических задач и речь.
А правое полушарие отвечает за внимание. Это, ну, вот единственное, что как будто бы более-менее укладывается, и то так весьма условно. Дальше есть, знаете, в комментариях я прочитала такую штуку, что вот, мол, НЛП обучают в калифорнийском каком-то там государственном университете. И вот, значит, если обучают, значит, это вот что-то такое научное. Тут очень смешно, конечно, потому что то НЛП, которому обучают в Калифорнийском государственном университете, это Natural Language Processing, то есть это обработка естественного языка с помощью компьютера, то есть это раздел в IT, это раздел машинного обучения, который позволяет, ну, как бы анализировать речь с помощью вот машинных технологий. То есть к нейролингвистическому программированию вот эта аббревиатура НЛП никакого отношения не имеет. Но как бы люди хотят верить то, во что они верят, ну как бы прекрасно, хорошо. И еще один момент, что существует такой психотерапевтический подход, как нейролингвистическая психотерапия. И этот подход действительно является признанным в Европейской психотерапевтической ассоциации, действительно ему обучают как терапевтическому методу. Но что такое нейролингвистическая психотерапия? Это такой системно-образный такой метод психотерапии, который представляет собой интеграцию большого количества терапевтических подходов. Я вот тоже себе здесь записала. Значит, смотрите, это у нас теория разума Грегори Бейтсона, работы Уильяма Джеймса в области сенсорных репрезентативных систем, психолингвистические разработки Альфреда Коржипски и Ноама Хомски, основы системной семейной психотерапии Вирджинии Сатир, то есть взгляд на человеческие отношения как на систему, системный подход к описанию субъективного опыта Роберта Дилтса, то есть это логические уровни, генеративные модели НЛП и т.д. Теория фундаментальной ориентации человеческой деятельности на достижение целей Миллера, Галантера, социально-когнитивная теория научения Альберта Бандуры, предположение о существовании функциональных и независимых частей личности, включающих в себя сознательные и бессознательные составляющие процесса, вытекающие из практики моделирования подходов Фрица Перлза, Вирджинии Сатир и Милтона Эриксона. То есть это все представляет собой вот такое вот расширенное, углубленное, детализированное НЛП. От НЛП там осталось, ну вот буквально какие-то 3 копейки. То есть сама суть про то, как наше поведение, наша речь, то, как мы двигаемся и то, как мы себя ведем, действительно может отображать тем или иным образом наши психические процессы. Для того, чтобы обучиться вот этой нейролингвистической психотерапии, требуется 4 года, да, это 4-летняя программа подготовки, она включает в себя необходимость психологического образования, практику консультирования, супервизии, личной терапии, в общем, все как положено. И это совсем не то, где предлагаются вот эти вот такие примитивные способы определения, допустим, лжи или управления поведением человека, или управление собственным сознанием, как это было изначально в НЛП. То есть я здесь хочу обратить ваше внимание, что вот в теории нейролингвистической психотерапии, собственно, даже сами авторы НЛП, как нейролингвистического программирования, вообще не указаны и не используются. Да? То есть там это уже отдельное такое... ну, как бы отдельный продукт, будем так говорить, да, который интегрирует в себя действительно адекватные какие-то психотерапевтические подходы.
И очень хочется, знаете, развеять такую иллюзию про то, что, знаете, многие говорят, там, вот эти всякие сектанты используют НЛП, какие-то всякие мошенники используют НЛП, и как будто бы НЛП придается какая-то такая огромная мистическая сила. Ну, на самом деле, никакой мистической силы в этом нет, потому что просто в НЛП люди заметили и описали какие-то методы, способы и техники внушения, которые действуют, причем чаще всего, на очень внушаемых людей, то есть далеко не на всех. Либо они описали какие-то способы, которым люди так или иначе устанавливают контакт. Допустим, там тот же рапорт, тоже отзеркаливание, там, вот эта идея якорения, например, она, ну, завязана на фрейдовскую вот эту идею там, символизации опыта. И никакой мистики в этом нет, никакого вот ничего сверхъестественного там нет. То есть люди вот эти все паттерны поведения использовали всегда. То есть, например, я могу сидеть с клиентом, он там, я не знаю, что почесал затылок, я невольно тоже могу сделать это, не думая ни про какое НЛП. А почему? Потому что я нахожусь с ним в резонансе. Если я буду делать это специально, это не вызовет у клиента ощущение резонанса, да, то есть для этого резонанс должен быть реальным. То есть они как будто бы разорвали причину и следствие, то есть сначала происходит резонанс, а потом происходят вот все те наблюдаемые процессы, которые они как будто бы, ну, пытаются воспроизвести и повернуть это в обратную сторону, да, что вот если мы будем повторять за другим, там мы будем его отзеркаливать, это будет вызывать резонанс, а это не так. Ну, так не работает в обратную сторону, да, это только в одну сторону работает. Вот, собственно, это про НЛП, да, то есть не нужно НЛП пугаться, не нужно приписывать ему какие-то необыкновенные супер там способности, что вот если он НЛПер, он там на что-то влияет, ни на что он не влияет. Все намного проще, и вот эти все мистификации вокруг НЛП, это все полнейшая ерунда. То есть, если вы хотите изучить НЛП, вот замечаете такое у себя желание, для того, чтобы как-то управлять другими или управлять собой, я тут могу вам только порекомендовать задуматься о том, почему вы относитесь к себе или к другим как к настолько примитивному существу, которым, ну, вам хочется вот так вот легко управлять. То есть не внушают ли вам собственные процессы психические или процессы других людей настолько панический ужас, что вам так хочется вот теперь этим всем научиться рулить, дабы сделать других предсказуемыми, дабы обрести какую-то несуществующую власть, вот, да, создать себе такую иллюзию власти. Или научиться вот как-то легко так управлять собой. То есть вообще это такой повод пойти на терапию для развенчания иллюзий собственного всемогущества. Ну, вот, собственно, и все. То есть про НЛП долго говорить даже не интересно, потому что это, ну, настолько бестолковая, примитивная вещь, что, ну, скучно, если честно. Вот. Увидимся с вами в следующих роликах. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего!